Дистанция длиной в 8 километров и 36 испытаний. Легендарная гонка героев пройдет на Камчатке в пятый раз. Забег стартует 24 августа на базе военного полигона Радыгина, сообщает мэрия Петропавловска. В этом году на трассе будут представлены два новых препятствия – лианы и рукоход «Бочки-колеса». Оба испытания требуют особой выносливости, правильного хвата и сильных рук. Также будет представлена и детская трасса гонки героев. Ее протяженность – 800 метров. Она представляет собой адаптированную версию взрослой полосы препятствий, на которой будет более 10 испытаний. Ребятам предстоит преодолеть переходы по сеткам, трубам, а в конце забега юных героев ждет традиционная для гонки наклонная горка с канатами высотой в 2 метра, уменьшенный аналог взрослого Эвереста «Царь-гора». К участию допускаются дети от 4 до 10 лет в сопровождении родителей. Не придется скучать и зрителям гонки героев. Для них организаторы готовят массу развлечений.